Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Владимир, и мы продолжаем проходить Half-Way. Так, в прошлой серии мы взорвались в начало лаборатории доктора Шафера. И там нам оказались не совсем рады. Так, ну тут смотрим, что там у нас есть. Так, что скидываем? Птичку положим. Не мешало бы немножко взять на патрончиков. Так, положим. Это активизируем. Так, карабин получше будет, вот это положим. Жалко, что нельзя патроны вынять из карабина, ну короче, из любого оружия. В то время нами не помешало бы. Так, ну полный, в принципе, набор, да? А, тут еще щиток надо. Можно маленькую забрать. В принципе, нормально. Так, снарядим. И перезарядим. И возьмем амуницию. Тяжелая броня, тяжелая штурмовая броня, легкая. Ну, легкая пока. Хоть и щит классный. И время перезарядки как бы получше щита. Но, блин, вот это все-таки броня 25%. У тяжелой и 15%. У штурмовой все-таки оно получше будет. Меньше урона наносит. Вроде все, погнали, да? Так. Черт! Защитные ворота лаборатории закрыты. Теперь нам придется найти две панели безопасности, чтобы их открыть. И только после этого идти дальше. Похоже, именно система безопасности спасла доктору Шаферу жизнь. Все выглядит довольно крепко, и вполне вероятно, что он все еще жив. А для чего здесь такая серьезная охрана? На вид прямо как тюрьма. Так чем именно здесь занимался Шафер? Я слышал много пугающих слухов о нем. Похоже, что он из тех людей, в которых нужно стрелять при первой же возможности. Очень скоро у вас будет возможность спросить его об этом лично. Теперь выдвигаемся и ищем панели. Так, значит, одни двери открываются, да? Так, ты стоишь тут, Джош, стоишь тут. Так, я открою дверку. Ага. Тогда ты заходишь сюда. Так, вот одна из панелей безопасности. Хорошо. Так, штурмовая броня. Граната. Штурмовая броня есть уже. МК-2. Утилизируем. Вот, грена не помешает. Видите, тут будет МК-1, эта граната есть, будет еще дальше, лучше модификации. Так, сейчас нажмем. Ворота открываются. Так, занимаем позиции. Где тут что? А вон дверь.
Так, Джош, сюда. Линда. Сюда. Ты тоже еще сюда. Ага. Так, Линда. Ставай сюда. Джош, иди сюда. Ты тоже еще сюда. Может, пока тут побудешь. Это нет. Не побудешь, потому что тут надо контейнер открыть. Так, стимулятор меткости. Сколько у тебя? 6, 7, 6. Джош самый тупой из них. Так, давай тебе отдам. Так, и... Да, Джошу. Использовать. Так. Так, и забираем все остальное. Получается, Сэм у нас как бы... такой мини-склад. Ворот открывается. Ух ты, что уже нас ждут, да? Ну, как всегда. Так, ну давай. Пушек я тут не вижу. Так. Есть крит. Так, ставим на вот эту штучку. Так, продвигаемся. Тоже ставим на эту штучку. Туда, куда он может добежать? Пока будет там. Ничего ж сюда. Ладно, ждем. Промазала. Блин, забыл. Надо было щит снять. Так, Линда. Что у тебя? Тебе нужно бы щиток восстановить. Так, Сэм, Сэм. Куда ты можешь добежать? Ты не особо далеко ты можешь. Мы подождем. Да блин. Так, Линда, уходи нафиг. Так, я подойду немножко поближе. Так, ты, дружище, сюда. Будешь на поддержке. Джош, сюда. Так. Тоже вот так вот. Сделаем вот так. Так, спрячемся тут. Так, дружбан тоже вот так делает.
Сейчас мы вот тут, может, зайдем отсюда, посмотрим. Я помню, тут какая-то бяка будет, там куча народа вроде будет. Пушки там, что-то такое. Пугался. Так, Линда. Ну, хоть так помоги. Так. Забыл опять щит снять. Там смысл уже. Надо стрелять. Есть, уложили. Теперь можно двигаться. Перезарядка. Так, забегаем сюда. Джош. Так, Линда, лечись. Так, и... Кэп. Где-то тут эта дрянь стоит. Я тебя вижу. Нет, 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 Джош, Джош, давай, давай, давай. Есть. Нет, не будем стрелять. Пусть стреляет наш командир. Пять процентов, чё ж так мало? 6%. Линда. Вперед. Блин, забыл поставить на... Это было одно очко действия, я повтыкал. Да блин, это мазилы. А Линда убила. Ох, черт, опять 25. Так, и где они? Так. Перезарядка. Так, ну, пойду-ка я в контейнер. Птичка, амуниция. Так, давай-ка маленькую аптечку используем. Так, Линда. Перезарядиться тоже не мешало. Шу. Так, тоже. Тут. Так, я возьму снайперку.
для первого выстрела. Так. Стоим вот так. Что ж тут? Вот одна из панелей безопасности. Ворота открываются. Так. Сейчас заглянем, что тут у нас амуниция. Так, что у нас, кстати, по амуниции у каждого? Так, 3. 2. Нормально. 1. Давай Джошуа делаем. Так. Тут, мне кажется, будет такая заваруха, что мало не покажется. Так. Джош. Сюда, наверное. Вон еще, видите, пушка там. Вот одна из панелей безопасности. Но это мы видим. Там сейчас... Сейчас мы сделаем. Есть. Ну, почти. Вот так, ну вот бешник. Так. Тут их пока нет, этих пушек. Чтобы Джуша вывести. Ух ты ж. Я не ожидал тут увидеть противника. Зараза. Серьезно. О, еще один, блин. Так, значит, снимаем щит с вот этого товарища. И убегаем. Так, первый. Ну, нет, у меня же есть Горенко на всякий случай. Стреляем этого гада. Так, прячемся. Есть, уложили. Хорошо. Ну, значит, будем пробовать прорываться. Так. Карабин и шмаляем, да? Вот так вот. Не видим, да? Промазали.
Ну ладно, хоть так. Попал, гад. Перезарядка еще, да? А так не хочешь? Ну ладно, будем вот так стрелять. Чуть-чуть попало, да? Блин. Птичку. Есть. Линда. Сейчас спрятался. Отлично. Так. Есть, сняли. Отлично. Так, берем, значит, снайперку. Идем в гости. Птичка. Грамота. Тут ничего нет, в принципе. Просто какой проход. Если сюда заходишь, то сейчас забегают два жорика у тех сначала. В рукопашку идут. Вас там просто запинывает. Вот, открыли ворота. Так, и сейчас мы пойдем вот сюда. Даже не сюда, а вот сюда. Ну ладно. Погнали сюда туда. Мужик, эта лаборатория защищена лучше, чем капитанский мостик. Над чем он работал, что для этого потребовались такие меры предосторожности? Да. Да, лаборатория так хорошо защищена. Так, и нам не мешало бы заняться снаряжением. Но... это будет уже в следующей серии. Так что всем спасибо за просмотр. Если понравилось, можете ставить палец вверх, оставляйте комментарии. Если есть что сказать по делу. И до встречи в следующей серии. Всем пока.